Здорово, здорово, народ, канал Сэйв Фокс. Сегодня 14 февраля, поздравляю всех с праздником Святого Трифона, покровителя охотников рыболов. Всем удачных загонов, удачных трофеев, удачных рыбалок, ни хвоста, ни чешуи. Ну и мы сегодня на реке Молодцы будем пробовать ловить на балансиры, на безмотылку взял, попробую сегодня поплавочку. Сегодня оттепель такая мягенькая, минус один, плюс один. То есть варьируется пасмурно пока, я думаю, солнце вряд ли будет. Может, к обеду распогодится, но я сомневаюсь. Обещали синоптики сегодня снег. Ну и посмотрим, что из всего этого получится. Все, погнали.
двигаться. Thank you.
друзья, закончил рыбалку, иду в сторону дома. Время 12 часов, пришел 8, отловился 4 часа, поймал, что на 30. Небольшой окунек, плотвичка. Плотва была поймана на падение, то есть мормушку выпускаешь, без мотовых. Последние, ну там буквально час, наверное, усилился ветер, начал подсаживать мотыля. Все равно не помогает, пробовал подсаживать. А парик, это уже самое, ситуацию кардинально не поменял. Пробовал на балансированном, балансир вообще тишина. Перепробовал кусама, рапала, также ничего не поймал. Отлично провел выходной день, чего и вам желаю, еще раз всех с праздником. С Днем Святого Трифона. Все, всем удачи, спасибо за просмотр. Заходите в группу ВКонтакте, ссылка под описанием. Там много-много-много основной информации, то, что не могу выкладывать видео. Информация сейчас пошла по озерам, по рекам нашей необъятной родины. Ну и как-то так. Все, спасибо за просмотр. Удачи.